Добрый вечер, друзья! Добрый вечер! Очень, вот видите, да, расчувствовался. Очень трогательно и всегда очень волнующе петь песни людей, которые, с которыми ты знакомишься воочию. Потому что иногда песни учишь, не знаешь автора. И другое дело, когда вот ты знакомишься с человеком, общаешься с ним и проникаешь с его каким-то внутренним мировоззрением. Вот это был Дима Личентаев, это наш друг, он приезжал к нам на Тарантеллу, еще обязательно приедет. А следующую песню мы хотим спеть тоже нашего друга, его жене, это автор из Златоуста Юрий Зыков. А песня как раз о том, чем мы всю жизнь занимаемся, о наших слетах, о наших фестивалях, как мы встречаемся, как мы разъезжаемся по домам, и потом снова, снова и снова повторяем наши встречи. Юрий Зыков, посиделки. Посиделки у костра до утра, были мы с тобой как брат и сестра, а расстались так обеспеченно, легко. Далеко ли ты живешь? Далеко. А расстались так беспечно, легко. Далеко ли ты живешь? Далеко. Развезли кого куда поезда, отгорела наших песен звезда. Только новый встречи срок подошел. Хорошо ли ты живешь? Хорошо. Только новой встречи срок подошел. Хорошо ли ты живешь? Хорошо. На мажор настроить струновый мол. Не смешно сегодня мне, не смешно. Что-то пальцы, что-то горло свело. Весело ли ты живешь? Весело. Что-то пальцы, что-то горло свело. Весело ли ты живешь? Весело. И опять седое пламя у ног расставанием подводит итог. От костра и до костра и того. Для того ли ты живешь? Для того. От костра и до костра и того. Для того ли ты живешь? Для того. Посиделки у костра до утра. Были мы с тобой как брат и сестра, а расстались так беспечно, легко. Далеко ли ты живешь? Далеко. А расстались так беспечно, легко. Весело ли ты живешь? Хорошо ли ты живешь? Для того ли ты живешь? Для того.